Здравствуйте! Сегодня вяжем простой ажурный узор по этой схеме. Обратите внимание, на схеме указано, что раппорт узора 5 петель и еще одна петля. Вот начинать отсчет 5 петель до 2 столбиков. Вот здесь заканчиваются наши отсчитанные 5 петель и остаются еще 2 петли. В расчет берется вот эта петля, а дальше просто начинаем провязывать первый ряд, вяжут 3 воздушные петли. Значит, первый столбик будет провязываться над первой воздушной петлей цепочки набранной. Это следует учесть, иначе может получиться или не хватит одного столбика, или один столбик будет лишний. Кроме того, на данной схеме показано, что столбики с одним накидом первый ряд. Можно вязать столбики не только с одним накидом, но и без накида, или же провязывать сразу вот эти 2 столбика петли первоначальной цепочки. Начинаю провязывать первый ряд узора. Первый столбик заменяют 3 петли подъема. Далее над следующим столбиком столбик с накидом. 3 воздушные петли. 3 столбика пропускаю. 1, 2, 3. Над 4 и 5 провязываю по одному столбику с одним накидом. Снова 3 петли. 3 столбика пропускаю над 4 и 5 по одному столбику с накидом. Так провязывать до конца ряда. Если все будет связано правильно, то в самом конце должны быть 2 столбика с накидом над вот этим столбиком и последний столбик верхней петли подъема нашего вспомогательного ряда будет столбик. В конце 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Провязываем ряд до конца. Первый ряд связан. Дальше вяжу второй ряд. В начале вместо столбика 3 воздушные петли. И еще 2 петли нужны для арки. Над 2 столбиком 2 столбика с накидом. Сюда же ввожу крючок. Под арку столбик без накида. Над первым из 2 столбиков 2 столбика с накидом. Две петли. Над следующим столбиком тоже 2 столбика с накидом. Под арку столбик без накида. И так до конца ряда. Над столбиками по 2 столбика с накидом. Между парами столбиков 2 воздушные петли. Под следующую арочку столбик без накида. В самом конце
У нас два столбика. Над первым столбиком два столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. И над петлями подъема один столбик с накидом. Ввожу крючок в верхнюю петлю петель подъема. Связано два ряда. Дальше все ряды будут повторяться. Чередование первого и второго ряда. Начинаю провязывать вместо первого столбика 3 петли. Так, провязана здесь петля. Над петлей между столбиками столбик с накидом. Провязываем по 2 столбика, между ними 3 воздушные петли. 3 петли между столбиками, 2 столбика. Три петли между столбиками, 2 столбика. Так вязать до конца ряда. В самом конце один столбик нужно провязать под арку, а второй столбик нужно провязать над второй петлей, если считать вот отсюда. Одну петлю пропускаем, это как арка. И над следующей петлей нужно провязать столбик с накидом, потому что в конце тоже должны быть 2 столбика. Провязываем самостоятельно. Сейчас узор выглядит так. Следующий ряд провязывать так же, как и вот этот. Над каждым столбиком по 2 столбика с накидом. Над каждым. Между парами 2 воздушные петли. Под арку столбик без накида. Начинать ряд всегда 3 воздушные петли подъема плюс еще одна для арочки. Над вторым столбиком 2 столбика с накидом. Заканчиваем ряд над первым столбиком 2 столбика с накидом. Дальше 1 воздушная петля и еще один столбик. В верхнюю петлю петель подъема предыдущего ряда. Всего 2 повторяющихся ряда. Вот и все. Вот так будет выглядеть наш узор. Хороший, простой узор. Его можно использовать для вязания летних изделий, а также он будет отлично смотреться на авоськах. Обратите внимание, отверстия довольно крупные. Если пряжа будет толстая, то они будут большие. Это нужно сразу учесть. На этом я с вами прощаюсь. С вас лайк и комментарий. С меня новые полезные видео. И не забывайте подписаться, чтобы не пропустить их. Всем пока!